Так, Бук Кейдж у нас. Игрушечка. И что мы тут должны делать? Так, ну, в принципе, значит, здесь мы ничего не сделаем. Лады, на стол давай посмотрим. Вот это уже интересней. А. Мы решаем всякие загадки. Вот это забавно. Так, ладно. Чем мы сюда взглянуть не можем? Ну, как-то... За файл взломать. За. Тикс. Здесь у нас что такого интересного? Давай чернильницу стащим. Фен даже не открывается. Что, здесь получается ничего не взять, что ли? Ладно. Глобус. Лучка есть. Опаньки. Это необычная шкатулочка. Нам нужно как чего? Дотянуть лампы? Ага. Забавно. Понял. Мне надо, чтобы они все были соединены. Хороший вопрос. Наверное, чтобы все были соединены. Они как должны, получается, вот так вот все проходить? Так, туда-сюда. А, не, не получится, тогда отсюда-сюда.
Надо, чтобы она вот так вот шла. Потом вот так, потом вот так. Забавненько, забавненько. Вообще поразгадываем. Забавно, что после перезахода у нас по-другому все сделалось. Ну, сейчас поможет. Ага, значит, надо всех было соединить. Мы нашли еще один фрагмент, окей. А насчет фрагментов сейчас покажу. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Фрагменты мы собираем вот здесь сейчас. Я тут. Этому столу иногда неудобно подходить. То есть два фрагмента у нас есть. Вот они. Ну, надо искать, чесать третий. Только вопрос, где он? Вероятно, где-то в шкафу спрятан. Я могу предположить. Шкафу. Здесь мы открыли, здесь мы сделали все. А погоди, у нас на столе там что? А на столе у нас газета. Газета. Здесь мы пытаемся все это собрать воедино, да? Угу. Сейф бы мне как-то вскрыть. Я к нему никак подобраться даже не могу. Это не сейф, это стол. Так, и возможно где-то здесь в книжных полках-то и есть ответ. Его надо как-то увидеть, блин. Даже ничего двинуть не могу. Такой это и были. Но это и мы тоже были. Тут, скорее всего, да, в книжной полке где-то надо что-то найти. Короче, сейчас на паузе поищу тогда. А, ну давай к этой еще подойдем, посмотрим повнимательнее. Оу, а здесь я не могу посмотреть ничего, почему? Погоди, а в камин, если заглянуть? Туда. Где-то должна быть эта хренотень. Я вот привык, что в глобусе постоянно какую-нибудь хрень прячут. И походу до сих пор так оно и есть. Ну открой ты его, ё-моё. Идеальный тайник. Раньше там алкоголь прятали. Ну сейчас смотрю. Видимо нет. Так, ладно, будем искать сейчас еще одну часть. Что я могу еще сказать? Угу, надо было подойти к Кортине. И собрать ее фрагменты. Как-нибудь повернуть вот это вот можно? Как поворачивать-то их? А, понял. Это уехавший фрагмент, как мне? Ладно. Давай-ка еще раз. К этой картине подходил, до этого ничего не было. Сейчас появилось по новой.
Хоп, соединили. Как-то у нас. Дианомики приделаем все-таки. Думаю, лишним не будет. Это вот так вот, если я не ошибаюсь. Хотя нет, ошибаюсь. Забавно. Забавный пазл. А, так он сюда, если встает, то он встает намертво, я понял. Фрагмент не отсюда. Вот отсюда. А, книгу читаю. Блин, попробую догадаться. Ага. Чё? Фрагмент последний получен головоломки? Чё-то, походу, нет. И нафига я тут... А, стоп, книга. Что там мы за книгу смотрели? Секундочку. Вот такая вот книжка. The Quest, The Itch. Damn. И чё мне надо сейчас? Следующим... Ладно, и пошел искать далее. Пойдем опять на вечер. Видишь, вечером картины не было. Сейчас она появилась. То есть здесь еще и надо... Может, это не вечер, может, это какая-то смена режима, там, тьмы или что-то еще такое. Довольно забавно получается. То есть, видишь, здесь как шкатулочка у нас появляется. То есть два режима. О, погоди. А если режим света мы опять поменяем? Режим света. И попробуем посмотреть глобус. Бесполезно, да? Кстати, вот шкафы в режиме света я еще не осматривал. Ничего интересного. Ну, здесь, в принципе, только... Тоже ничего интересного. Какая прелесть. Картину мы собрали. В сейф залезть, блин, не можем. Здесь все одно и то же, да? Камин. Так. Тут все одинаково. Так, а граммофон посмотреть я могу? Нет, не могу. В этой книжной полке тоже ничего такого толкового нет. Хотя бы как-то, не знаю, двигалось что ли это. Что оно здесь делает-то? Звук есть, а анимации никакой. Это немного печально. Нет. Так, ну-ка сменяем на режим тьмы опять. Режим тьмы одно и то же. Ладно, будем дальше разбираться. Опять на паузу вскакиваю.
Ай, ладненько, народ, на этом, наверное, пожалуй, обзорчик даже назову закончу. Ну, увидите сами, это квестовая игрушечка. Головоломка, и нам предстоит выбраться из мистической книги. Ну, понятно, головоломка, но, блин, я не знаю, где здесь искать эту часть. Есть, конечно, идея, это запоминать расположение книг, потом это перещелкивать режим. Ну и после этого режима опять смотреть, какие книги не так стоят. Но мне, честно говоря, при температуре 34 градуса как-то, мягко сказать, тяжело думается. Так что, ну, назову это обзорчиком. В принципе, кто любит головоломочки, тому, думаю, понравится. Но у меня эта головоломка можно назвать головомойкой. Да к тому же под головоломки нужно настрой специфически иметь. Так просто их не попроходишь. Этот жанр пока еще конкретно не рассматривал, но так вот примерно посмотрел. Я раньше когда-то в них играл. Но подсказочку бы здесь какую-нибудь, блин, вот это было вообще неплохо бы. А тут никакой подсказки даже нету. Из-за этого игра становится, мягко сказать, довольно муторной. Что-то где-то ты упускаешь. В принципе, как на планшетнике это все рассматривать? Ну, не знаю. Всем удачи. Всем пока.